прочь я на других смотреть, девчонок, запрещаю тебе я. Гармонь моя, да гармоночки, гармонь вышиты уголочки. Голубая моя лента в косе русы вяжется, говорят, что я ревнива. Это просто кажется. Гармонь моя, да гармоночки, золоченые уголочки. Ай, играй, 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 подголоски подбирай, золоченые да уголочки. Со всех концов страны идут в дом Марии Николаевны письма. Иногда с весьма приблизительным адресом: город Воронеж, Мордасовой. Очевидно, пишущие твердо уверены: ну кто же у нас не знает Марии Мордасову? «Дорогая Мария Николаевна, — пишет девушка из Алтайского края, — друзья меня называют в шутку Мордасовой. Ну, до вас мне, конечно, далеко, но я бы очень хотела петь так, как вы. Мне очень нравятся ваши песни. Мы участники художественной самодеятельности, почитатели вашего таланта, — пишут товарищи из Горьковской области. Нам очень близки и понятны частушки, которые вы исполняете. Они отражают нашу жизнь». Thank you.
вперед. Ах, гармонист меня изводит, за собою девок водит. До свидания, девчата, до свидания, хоровод. До зари играл мой милый, провожать меня идет. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу с народной артисткой РСФСР Марией Николаевной Мордасовой, которая только что исполнила «Моршанские страдания» и шуточные припевки «Гармошечка». Вот когда я слушаю вас, Мария Николаевна, я думаю, какой же все-таки это интересный, удивительный жанр частушки. А вы знаете, некоторые люди думают почему-то, что частушки, в общем, это дело простое. Ну что такое? Четверостишие и однообразная и простая мелодия. Вы-то сами как думаете? Таких, может быть, мало людей и глубоко ошибаются. Этот жанр очень и очень обширный. Ну, прям возьмем вот страдания, которые я даже пропела. Да. Одна Волга сколько дала разнообразных страданий. А уж если сказать разные припевочки, от слова «припеть». Припевочки, прибасочки, прибауточки, присказки, рассказки, присказульки. Смотрите, все это названий сколько? Абсолютно разные, все разные. У каждого этого названия своя мелодия, своя природа, все свое. Да. Представляете? Есть частушки-длиннушки, частушки-нескладушки, частушки-небылицы. Они тоже отличаются друг от друга. Ну вот, например, небылица. Вы, товарищи, внимание, небылица новая.
Парень белый, вышитой, рубаха чернобровая. Действительно, необычно как. Парень белый, вышитой. Вот вам небылицы. Да. Не складушки, мой миллионок ходит мимо. У нас в комнате темно. Кому солнышко весна, у меня на сердце лед. Да что-то вот нескладное, но должно петься. Да. Вот. А длиннушки совсем другое дело. Я не только петь умею, наряжаться, плясать, а на тракторе, смотрите, вот попробуйте догнать. Могу шить, вышивать и ребят завлекать, и коровушку доить, и теленочек поить, чисто в доме убирать, никогда не унывать. Это длинные такие. Да, и целый рассказ получается. Вот длиннушки да, называется. Да. А коротушки? Прибасну я две прибаски, одну горешки, другую баски. Да еще с припевочком бывает. Канакари, кари, канакари, кари, канакари, кари, канакари, канакари, кари, канакари, кари, канакари, кари, канакари. Или вот возьмем еще. Так, ну, барыня, русской барыня, это же тоже мелодия. И тоже имеет много вариантов, разных вариантов. Вот тамбовская еще канарейка есть. Вот я, например, ее напела несколько вариантов. Я напела, на Целинной земельке пелась. И свои. Канарейка специальная. И варианты разные. Понимаете, какое дело? Мотание еще есть. И название такое какое-то заумное, как бы сказать. Нет, здесь вот что, здесь любовь. А почему же? Он мотание, она мотание. Сыграй мне мотанию. И пляска мотание, спляшите мотанию. Мотание тут клубочек замотался туго. Он не должен никуда как бы уходить. Я люблю, вот он куда-то уходит. Но я замотаю все равно. Я мотаню замотаю и на печку посажу. Ты сиди, сиди, мотаню, то замуж выйду за другого. Понимаете? У моей да. мотанечки. Ну, вот видите, это да. вот. Да, да, да. Мария Николаевна, вот когда... Ну, а если... Да? Хочу я вам да. еще вот немножко... Пожалуйста, пожалуйста. Да, вы у меня вот что хотели спросить. Что вы мне хотели? А то извините, что я... А я вот что хотел спросить, да. Мария Николаевна. Вы знаете, когда я слушаю частушки, мне всегда интересно, как разнообразно, как интересно подаются любимые. Любимые или любимые. Да, 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 да. Удивительно, сколько слов находит. Сколько слов находит. Настолько щедрая душа, как любви. Ну, милый, миленький, дорогой, дорогунчик, золотой золотунчик Золя в Липецкой области. Золя, милый, услышь, услышь. Да. Прияточка на пуховой, на подушке спит прияточка моя. Вот Алинка, что-то воздушное, любимое. Дроля, дорогой, Боля, что-то больное. Дусяня в Воронежской области. Дусяня – это душа, душка. А в Тамбовской области это Шураня. Это что-то Шуры, Шуры. Любовь-то Шуры-муры. Очень много интересного. Тут можно без конца рассказывать. И вот... Везде должно найти свое место. Где что, какой текст подобрать, чтобы все отвечало, чтобы петь, чтобы как-то даже публику настроить, заставить, чтобы она с вами понимала, разговаривала, даже в душе пела и в душе плясала. Понимаете, какое да. дело? Мария Николаевна, я знаю, что вы сегодня приготовили для исполнения тамбовские напевы и прибавские тренды-бренды. Да. Вы не могли бы сейчас исполнить их? Пожалуйста, с удовольствием. Послушай. Хоть
тебе надо, непутевая душа? Ах, что ж ты стоишь и улыбаешься? Подойди-ка ты ко мне, да повидаемся. Вся творческая жизнь Марии Николаевны связана с работой в Государственном Воронежском народном хоре. Около 30 лет Мария Николаевна руководила частушечной группой хора, выступала с прославленным коллективом перед воинами Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, выступала с хором в разных странах и, конечно, по всей нашей стране. Марья Николаевна, но кроме частушек в вашем репертуаре есть и песни. Хороводные, игровые, протяжные, самые разные песни. Да, песни я люблю неизменной любовью, потому что родились мы прямо с песнью. «Баюшки-баю» – это же песня. И вообще наш край – Тамбовский. Вот я родилась в селе Чернян, это красивое село, с цветастыми лугами, с непроходимыми лесами, с плодородными полями. Всюду царила песня. На работу с песней, в лес с песнею, на покос с песнею. Собирались у нас осенними вечерами посиделки. Девушки приходили на посиделки, ребята приходили балагурить с гармошками, чтобы девушки не дремали, девушки работали, вышивали, пряли, ребята веселили. Опять песня. Огромные улицы были. Хоть как бывало устанешь, придешь с поля, все равно на улицу пойдешь. Гармонь скрипнула, опять на улицу. Хочешь, опять не хочешь, песня. А песня тянет. Песня, да? Всюду песня. У каждого дома песня.
Ну, а сегодня, Мария Николаевна, вот сейчас, какие бы вы песни хотели бы исполнить? А сегодня я спою протяжную песню «Подворочка Дуни шла». Так, это, так. А, «Как на дубчике голубчики сидят». Какая песня? «Полесовая». Так. И «Девичьи страдания проходили, прогуляли». Ну, пожалуйста. Подворочку она, Дуня, шла. Эх, и Дуня шла. Ой, да, словно лебедь проплыла. И ох, словно лебедь проплыла, да, словно лебедь она проплыла, проплыла. Ой, да, молодцу сердце зажгла. И зажгла, да, знать мальчонка, да он был не глуп, он не глуп. Ой, да, зашел к Дунюшке, да он не вдруг. Да, зашел к Дунюшке, да он не вдруг, он не вдруг. Ой, да, затворил он двери, да, на крюк. Проходили, прогуляли.
Да подружку, ох, потеряли. Ох, Папаша и мамаша. Ох, я теперь уж дочь не ваша. Ох, Марья Николаевна, я сейчас хочу попросить вас рассказать о том, как вы составляете свой репертуар. Где вы находите свои песни? Песни темы. Да. Ой, в этом я счастливая. Они ко мне, кажется, сами идут. Да что вы говорите? Да. Я всегда с записной книжкой. Какой бы я острый слов не услышала, поговорочку, пословицу, все у меня записано. И вот как-то я шла, смотрю, завлекалочка. Новое слово. Интересное слово для названия. Сразу она меня завлекала, завлекла, любить не стала. И целый. Как-то я услышала, да, вот все врозь, и врозь, и все врозь. Ага. Всю неделю с милым врозь, написал дуэт. Всю неделю с милым врозь, воскресенье вместе. Вот. А песни, вот даже в своем дворе от сестер Новиковых записала 40. Где-то я в лесу, я обязательно запишу. Кроме того, ведь мне со всех концов страны, спасибо, чем я очень довольна, шлют письма, и в письмах присылают частушки, песни. Но это такое спасибо, извините, что не всегда отвечу, но это для меня золото, это для меня клад, это моя вся жизнь. Марья Николаевна, вот я еще хочу о чем сказать. Знаете, в нашей стране
происходит сейчас очень много интересных, важных, да, значительных важных событий. Вот интересно, как в вашем творчестве это да, сама жизнь рождает песни. Сама жизнь рождает. Сколько это великих да. строек. Вот, да, начиная прям с Целины, это отметила, и агроном-инженеры, и о спутнике. Ну, то, чтобы что ни случилось, ну, просто нельзя. Как радио услышала, нельзя не ответить. Я ночью не усну, а буду писать. И вот последний мой сказ об Аме. Я страшно!
Заканчивается наша встреча с народной артисткой РСФСР Марией Николаевной Мордасовой. В завершение нашей передачи сейчас будут исполнены по вашим многочисленным просьбам, уважаемые товарищи, частушки Тимоня. Слова Марии Николаевны Мордасовой. Грудью за родину станет, в нем богатырская сила, такими гордится Россия!